По области Абая на сегодняшний день функционирует 11 маслихатов. В составе депутатов всех уровней 123 представителя. В выборах в Сенат парламента Республики Казахстан приняли участие 108 депутатов. Это 88% от общего депутатского состава. В совместном заседании приняли участие депутаты, наблюдатели, доверенные лица кандидатов, представители средств массовой информации. По словам председателя территориальной избирательной комиссии области Абай Натальи Фисенко, в числе кандидатов в депутаты Сената парламента Республики Казахстан были 8 жителей области Абай. Участвовали в выборном процессе кандидаты, соответствующие конституционным требованиям о выборах. В итоге территориальной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры 3 человек. Это Кайрат Тастикеев, Анжела Маслова и Камалдин Апенов. Маслихат депутаты ретінде осы сайлауға қатысып, және өз... Участвовала в выборах в качестве депутата маслихата и сделала свой выбор. Я думаю, что перспективы нового Казахстана будут очень справедливыми. Я уверена, что наше государство будет процветать. Все, голосование прошло правильно, честно, организовано все хорошо. Да, биографию и программу обязательно мы изучали. Получается, как бы кандидаты все достойны. Будем надеяться на результат. Хороший. Это не первые выборы, которые проходят в области Абай. Мы сделали свой выбор. Надеемся, что избранный нами кандидат сделает большую работу во благо страны. По окончании голосования члены территориальных избирательных комиссий подсчитали избирательные бюллетени. По итогам один претендент набрал наибольшее количество голосов. Двое проголосовали против всех. Подведены предварительные итоги. По предварительным итогам 89 голосов набрал Тастикеев, 10 голосов набрал Апенов и 7 голосов Маслова. То есть окончательные итоги будут оглашены Центральной избирательной комиссией после заседания. В течение 2 дней мы должны доставить результаты, и там будет окончательное оглашение результатов. Кайрат Тастикеев, набравший большинство голосов, был избран в депутаты Сената парламента Республики Казахстан от области Абай. Он работал директором строительного колледжа в Семии и является кандидатом юридических наук. Талшын Шахтхан, Нургуль Садыкова, Дежамби Сингазинов, телеканал Семей.